Друзья, всем большой привет! Сегодня 19 сентября. Мне в голову пришла очень интересная идея принять участие в конкурсе «Звезды Exit 2024». Его проводит Московская государственная консерватория, где я обучаюсь, совместно с автомобильной компанией. Подача заявок с 4 по 21 сентября. За это время мы сейчас должны успеть сделать видеозапись, поскольку это проходит в дистанционном формате, и отправить вместе с резюме. Требуется исполнить два контрастных произведения, общее время звучания не более 20 минут. И выбор пал на концерт Александра Федоровича Гёдики и полет шмеля Николая Андреевича Римского-Корсакова. Так, попасть не так-то просто. Я уже внутри, все расположился, переоделся, взял трубу, разыгрался. Сейчас будем записывать. Я, кстати, уже не в первый раз создаю здесь свои проекты. Посмотрите, какие чудеснейшие инструменты фирмы Yamaha. А вот такое замечательное оборудование. Здесь действительно можно сделать прекраснейшую запись. Это подходит и для конкурсов, и для различных соцсетей, и, возможно, и для других современных таких нужд. Очень оригинальный интерьер, который создает ощущение уюта. Причем чувствуется то, что здесь царствует искусство. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на те черные точки, которые расположены на потолке. Это самая настоящая акустическая система. И даже, ну не знаю, слышно ли на видео, я сейчас разговариваю, они записывают звук, и из этих колонок воспроизводится уже звук с акустикой. Это замечательное решение, которое позволяет окунуться в атмосферу достаточно крупного концертного зала. Селфи с камерой, а мы переключаемся уже в совершенно другой день и с новыми новостями. Переносимся в 28 октября, день проведения конкурса. Прошел уже месяц, даже чуть больше. За это время я узнал о своем участии во втором туре. Ура! Все, иду вперед. Кстати, как выяснилось, медная номинация будет в первую очередь. И я там стою первым номером, следовательно, мне предстоит открыть конкурс, который будет проходить на протяжении всего дня с 12 часов до 22. А сейчас 10 часов утра, я отправляюсь на саундчек, он будет 10:30, после чего в 12 уже боевая готовность, концерт Александра Гёдика и полет шмеля Николая Римского-Корсакова. Это мои любимейшие произведения, я очень рад, что совсем скоро у меня появится возможность подарить свою интерпретацию публике, главное, от души.
после своего номера. Скажу честно, очень-очень приятно видеть малый зал Московской консерватории в таком обличии. Так замечательно подготовились, очень-очень гостеприимно. К тому же сейчас ведется прямая трансляция, и зрители могут вставлять свои голоса. Ну, а мое дело уже сделано на все 100. Сейчас поеду домой, потому что впереди много свободного времени, и буду заниматься. А что еще делать? Несколько минут начнется церемония награждения, самый интригующий момент. А пока предлагаю вам понаслаждаться красотами малого зала консерватории в современном виде. Итак, начало. И победитель остался у нас. Победитель в номинации «Медные духовые инструменты» является Ильяс Неврединов. Ильяс Неврединов, браво! Победитель становится обладателем денежного приза на сумму 300 000 рублей и подарки от премиального бренда «Эскин».